На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские установили, что браконьер застрелил дикое животное прямо на месте прикорма. Были изъяты гильза, фрагменты пули, а также следы обуви возможного подозреваемого. Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями неизвестного, составила 120 тысяч рублей. Сыщики отработали круг лиц, являющихся владельцами охотничьего оружия, и вышли на след подозреваемого, 27-летнего местного жителя. Во дворе оперативники обнаружили автомобиль со следами крови и изъяли карабин со следами выстрела, 29 патронов к нему, а также свежеразделанное мясо животного. Выяснилось, что подозреваемый осуществил отстрел лося, не имея лицензии. По факту незаконной охоты подразделением дознания пункта полиции по Монастырщинскому району возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается. Уважаемые граждане, напоминаем, что охота на животных разрешена в строго отведенное время и в определенных законом местах при наличии необходимых документов. Законодательством Российской Федерации за незаконную охоту предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.